Вячеслав Иванович Юзепов родился 7 октября 1941 года в Саратове, где в то время находилась в эвакуации его семья. В 1963 году окончил школу-студию МХАТ, педагоги В.К. Манюков и К.Н. Головко, и был принят в труппу Русского академического театра им. Леся Украинки в Киеве. На сцене театра им. Леся Украинки Вячеслав Иванович сыграл ряд ведущих ролей, заслужив успех у зрителей, положительные отзывы критиков. Сезон 1966-1967 года Вячеслав Иванович играл на сцене театра имени Ленинского комсомола в Москве. С 1967 года Вячеслав Юзепов работает в Малом театре.